так рассчитываю, что после сегодня проведения референдума в 4 регионах, освобожденных от нацистов, абсолютное большинство граждан проголосует за воссоединение с Россией. Я глубоко убежден, что еще и многие регионы Украины, где находится абсолютное большинство жителей русской национальности, да и украинцев в том числе, хотели бы, чтобы присоединились к России и наступила долгожданная мирная жизнь. Я убежден, что наше правительство, руководство нашей страны, Министерство обороны примут все исчерпывающие меры.